Всем добрый день. У нас с утра был мороз, а сейчас я же разговариваю как внук мой. А теперь тепло, хорошо, тихо. Ветра нету. Мы идем с ним за сахаром. У нас закончился. Берем по 5 килограмм. Сейчас пойдем в другой магазин возьмем. Весь я его выпил. Весь выпил сахар. Чай любит. Ложит или кладет 2-3 ложки, ругаясь с ним. Он все равно украдкой, если не подглядишь, он быстренько насыпет побольше. Сейчас придем и будем, наверное, капусту срезать. Хватит ей. А мусор? И мусор нам отвезти надо. Так что у нас дела. Дела. Сейчас пойдем справимся с сахаром, а потом займемся домашними делами. Капусту берем, мусор отвезем. Помощник мой бежит спереди. Ну, а нам вот в этот магазинчик небольшой. Он от нас находится, 5 минут ходьбы, а то и меньше. Порядок перешел, и мы уже в магазине. Хожу сюда редко, так как у нас под носом другой магазин. Вон тот упавший стол. А, вон тут стол там лежит упавший. Да нет, по которому еще провода идут. Такой вот чудочка на бок. Сахар купили 5 килограмм. Теперь идем домой. Этот Андрюшка везде хочет полазить. Упадешь, не ходи. Андрюша, там, Ленька, круто. Как загремишь сюда. И в столб. И в столб головой. Так что пошли. Сейчас откроем нашу птицу. Пусть она пошастает. Тут у нас попасется. Пошли. Сейчас мы ее уберем быстренько. Нашу капусту. Когда яблоня росла. Да, яблоки на ней вкусные. Жаль, что она у нас маленькая такая. Она была колоновидная. Макушку не отмерзла. Думала, что она не будет урожай давать. Я вынесла сюда ее, пересадила, одним словом. Вот они, две яблони, колоновидные. Ну, вот от одной хорошей прям яблоки. Вкусные. Бывает. Осенние. А там вон груша, что-то вообще нихера не ходит. Ну, что-то не родит она у нас. Сегодня за день столько много ореха, упало листвы. Галя, правда, собрала только что здесь своими внуками. Чистенько стало. Вот. Ой. Ага. Еще один упал. Прям так много. О, еще один упал. Они такие тяжелые листья. И вот как самолетики. Ой. Вот. Я же говорю, прям летят на глазах. Ой. Прям можно понаблюдать. Больше никто их не желает? Наверное, ой, нет. Еще. Да это маленький там упал. Так что валится листва. Вон вся крыша в листве. Мороз свое дело делает. Ну и хорошо, пусть падают. Дерево готовится к зиме. Помощник опять со мной, пойду с тобой. Ну ладно, пойдем. У нас мусорные контейнеры далеко. И вот я так вот в пакет. И сейчас отвезем. А этот вот я первый. Да, ты первый. Закрывай. Я сам с такой силой. Вот и покатает тачку. А то он меня вчера просил. Дай мне тачку покатать. Сейчас покатит. Далеко. Мусорный контейнер. Вон там. Тихонько. Ну, оттуда в тачке. Она у нас чистая. Так что едем потихоньку. Баба доволакивает, да? Да не должно. Ты так сейчас перевесишь на одну сторону меня. Ноги тонут. Тяпка зачем? Ну ему надо тяпка. Тебе зачем тяпка? На, держи. Травку буду. Где? Налетом.
Держи. Как мы крошку. Холодно. Как будто в холодильник прилагать. Так тяжелые кочаны. Хорошие. Килограмм, наверное, 5 добрых будет. А брюк, ты мне там мешаешь. Не получается никогда. А что ты тебе не отрываешь? Ну там, это Санит, я буду тут стоять. Там соли не хочется. Так нас тут накидала. Да, Андрюха? О, какой лобас. Ой. Саша, ну. Ой. Убьёшь. Блин. Малыш полон. Убьёшь. Налетом прям. Вот травка. Зима, нашел травку? Да. Ну и пали. Может, пока в теплицу закатим? Если подморозить, тогда пройду и повытаскиваю все. Сейчас прям вот ноги тонут. Чересчур много воды вышло. Дождик шел сутки. И сейчас опять заволокло. Опять заволакивает, поэтому не будем там топтаться зря. Занесли мы в теплицу. Пусть лежит здесь. Ну, она полежит немножко. Несколько дней. А потом ее перебазируем. Тут еще и гладиолусы мои лежат. Чем они тут у меня занимаются? Один план ремонта рисует, другая стул разбирает. Стул разбирает. Расшатали стул. Юля хочет его отремонтировать. Заодно и сделать обивку другую. Расшатали. Андрюш, что делает? План ремонта, да, Андрюш? Что ты там режешь-то? Резай вот это вот. Все, я отмерил. А, что ты там отмерил? Да не так ножнички держишь. В другую сторону надо перевернуть ручку. Так неудобно, Андрюш. Им удобно. Представь, да, Андрюш? Баб, что представь? Давай повернем с тобой ножнички. Процесс у Юли идет. Пожертвовала с барского плеча вот такое покрывало. Помните? Полно их было раньше, когда-то. На кресло. На кого? На корм. А, на корм, Масин. Ну, в общем, она сделает. Посмотрите тогда. Стучим уже. Обивка идет у нас капитальная. С теплером. А ну, помогает. А мы с Андрюшкой сходили в магазин. Булочку взяли. Чуть какая-то она... Клёклая, можно сказать. Да ладно? Одну. Чай с бергамотом. 81 рубль. Ну, это чупа-чупсы. Петушок. Чупики. Какой-то новый чупа-чупс. Крутишь, он тут тебе вылазит. Или он во рту будет крутиться, не знаю. Любит колбаску. Он такой вот кремлёвский у нас, дубки. Дорожает. Прям вот что-то она на глазах. 280 рублей за такую маленькую. Буханка темного, буханка белого, пшеничка, давай. Ну и карандаши. Смотри. А то карандаши там что-то у него план есть, план нет. А, давай. Ну, открыл, ну вот тебе чупа-чуп еще. Тетя Юля, ну пробуй, как он там тебе крутится во рту-то. Вертится? Шар голубой. Ага.
Чего только не придумают. 24, что ли, стоит он. Чупа-чупчик такой. Так. Как-то так. Сейчас надо разобрать это все. Вчера делали бутербродики. Осталось 2 штучки у нас тут. Огуречек, майонез с чесночком, шпроты. Андрюша не ел. Это мы для себя. А ему зажарили тут голени в духовке. Мясо. У нас на мужик мясной. Вот 2 штучки осталось. Ну и картошка, и лапешка тоже есть. Сейчас ее можем почистить с маслом, с лучком. Вот такая еда у нас. Ну а так, не знаю, что еще нам приготовить-то. Все голову ломаем. Что же покушать? Что же покушать нам? Андрюш, что будешь кушать? Молчит. Марципанов. Марципанов у нас нету. Сладкое он больно любит. Яблоки любит. Колбаску любит. Мясо любит. Молчат. Я одна за них говорю. Говорю, давай булочку с маслом, с чаем. Потом. Когда потом? Когда, говорит, это наемся, тогда ты не будешь совсем кушать. Еще вот это. Давай это уберем. Одну съешь и хватит тебе. А пусть лежит. У меня тут закипает вода. Будем варить суп с фрикадельками. Картошечку я уже почистила. Запускаем ее первой, как всегда. Не знаю, Андрюша любит, чтобы без всяких вермишелей или риса, чтобы картошка и фрикадельки. Такое-то у него предпочтение в супе. То как привык. Так, картошки достаточно. Почистила прям. В аккурат. Фрикадельки маленькие. Ну, суп как суп. Все его варят часто. Он вкусный самый. Мне нравится тоже. Тубареточка готова. Ну вот, чистенько, новенько, замечательненько. Там еще одна у нас сохнет. Немножко эти шурупы тут вот развинтились. Юлю подклеила там. Вот такой стульчик получился у нас. А тот пусть постоит, посохнет. И второй она тоже так сделает, обобьет. И будет такая вот красота. Скажи, что ищешь? Что ищешь? Грандаз. Какой? Который я вчера потеряла. И что, нашел? Нет. Я же тебе купила. Вон сколько карандашей. Баррикады наставлены у нас. Как без них? Домики. Давай, разукрашивай. Юля заставляет его разукрашивать, чтобы держал руку. Тренировал, вернее, так, правильно сказать. А он ни в какую. Андрюш, вон твоя разукрашка. Вон там тебе, глянь. Домики там рисовали, еще грибочки мы с ним обводили. А вот разукрашки машины. Давай вперед. Карандаши новые. Там и старые у него есть, и новые теперь еще. Он сказал вчера желтый цвет. Тут аж 4, я говорю. Только рисуй. Ну вот бери, разукрашу машину. Рено. 8. 8. Тут и считали с ним вчера тут. Учимся потихоньку. Южный завод работал на них. Рено, да. Давай, давай. Работай, Андрюш, работай. Мне там суп варится. А желтый, что будешь тут украшивать? А за машину саму давай. Машина будет тебе желтая. Его там не видно, как цвет-то. Как окушко, да? Нет, там сзади будет серый. Серый будет цвет. А что же он тебе будет разноцветный? Угу. Ну ладно, рисуй. Так крышу надо. Серую, а саму желтую. Есть же такие Рено машины. Да на бумаге вообще желтого не видно. А ты возьми поярче цвет. Другой. Ты взял этот лимонный. Ох, черные все. Ну, попробуй этот. Еще темно у вас. Надо сидеть за столом, а не тут на диване. Хочешь свет? Вот. О! Ну, работайте. Картошечка моя кипит. Я уже немножко тут попассеровала лучок, прям чуть-чуть. Ну, теперь сейчас проверим и будем запускать фрикадельки. Ну,
да, немножко, сказать, что картошку в этом году у нас так разваривается быстро. Я еще порезала миленько. Можно запускать фрикадельки. Морковку забросила в мороженую. И вместо обычной соли добавлю кавказскую с приправками. Так, немножко уберем, а то вдруг пересолю. Лучше еще раз досолить, чем пересолить. Сейчас прям минут 5. В конце заброшу все-таки чуть-чуть я паутинку. Ну и укроп. Паутиночка, чуть-чуть. А то картошка разварилась, ее тут почти что и нету. Будет жидковато. Нормально. Суп должен быть такой. Ой, нету картошки, вся ушла. Так, ну и укропчик у меня тут заморожен тоже. Сейчас кусочек насыплю. Что тут у меня кролыкает? Вот достали клубнику. Тут немножко замороженное. И он пишет что-то там. Мороженое, да? Он что, балуется фломастером. Так, сейчас минуткой готов супчик наш. Готов. На первый у нас есть что покушать. А там найдем что еще. Поточить. Все, выключила. Ага, вот, Варя, теперь снимай меня, покажи мой дом. Дурдом. Фонарь там у него висит. Ой, ё-моё. С машиной. И что ты там делаешь? Раскрашивай. Раскраску тебя там? Ой. Сиськи, говорит, поддаю, пока лазит там. Об эту вот деревяшку. Да, ну? Да. Как ляпнет, хоть стой, хоть падай, наш артист. Ну, давай разукрашивай, кто вперед? Юля, ты? А у Юли сколько? Юли много еще, она тоже сидит, любит разукрашивать. А я немножко люблю. А ты немножко любишь? О, она уже другой раскрашивает. Нет, ну так вот. Же. Пока ты вот шастаешь, она работает. Ну все тот же, Андрюш. Лезь давай, разукрашивай, работай. Хороший у меня дом. Да хороший. Невозможно. Куча мала называется. Да? Ага. Ага. Слушай, как суп. Ну, приятного аппетита. Ну, он упал. Вот так держит, да. Все, 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 все. Ешь.